Че ты головой двигаешь? Сестра, тихо! Не двигайся! Не двигайся! У нас Стоп, 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 где? У нас беда! Какая? Напали на наш этот подводный мир наш! Где? На наш подводный поселок напали! Беги, нападай, Фас! Беги! Бежать! Как ты умеешь? В ногу уцепись сразу! Подожди, бегу. Только куда? Я понаблюдаю! В ногу куда? Цепляйся! Вот видишь, гигант Спанч Боб! В ногу цепляйся! В ногу цепляйся ему быстро, давай! Фас! Фас! Я плыву! Вот всеми натрав... ногами, руками, давай, головой, давай. Глазами! Вот это натравил сеструху, то что надо, она у меня прям зверюга! Уничтожит любого! Ты что там бубнишь? Ты ж за брата уничтожишь, давай! Я тебе помогу, буду со стороны наблюдать! Я на камеру убью, а потом брата прикокошу. На камеру сниму. Ух ты, что-то ты смотри на него. Ну пол на наш город. Ну все, тебе экран, ты сейчас мы сестра тебе порешаем. Иди сюда быстренько, ну иди сюда, плыви-ка сюда, где ты? Ой, ты ничего себе, ты дырку прогрызла уже так быстро. Что ты там? Ничего я не грызла, это так было. Что ты рассказываешь? Давай. Да что ты меня-то, давай. Наш город напали, нужно работать. Я сама спасу этот мир. Конечно, спасешь ты, ничего ты не спасешь. Давай, бегом. Бегом, сестра! Тихо! Тихо! Где? Подожди, тихо! Тихо! Спрячься! Спрячься, говорю, аккуратненько, давай! Потихо! Что делать? Что делать? Бежать, закопаться в песок головой и смотреть туда! Смотри, как я сделал! Ну что ты наделала? Ты же спалила контору! Плыли! Нет! Закопайся голову в песок, никто не увидит! А зачем прятаться, нам сражаться надо? А, ну да, спасать точно. Поселок. Точно. Ты чего? А, страус ты. Да, давай. Неандертальский. Ты. Иди давай бегом, сестра. Давай, не ты. Что, где? Смотри, как она двигается так потихому. Потихому. Кто там сидит? Ты видел, что у него внутри? Этого терминатора? Что? Этого трансформера с инопланетной планеты? Ты зарядил инопланетной планеты. Ничего. Молодец. Сэнди. Сэнди. Быстро забегай, бегом, закрой двери. Сэнди, закрой дверь. Перед базом закрой дверь. Отлично. Сэнди, добрый вечер. Что вы здесь делаете? Что вы хотите? Она говорит, типа, помоги мне! Помоги! Мне нужно срочно, чтобы ты фиш мне 5 штук фишей быстро споймал. Фишей? Рыб. Ну, фишей. Я тебе все сделаю без проблем. Нет проблем. Я быстрее. Что ты про... Так. А, вот эти? Они на нее нападают. Давай быстренько. Давай. Давай, рыбешечку, рыбешечку. Моя давай, рыбешка, отдай мне рыбешки. Ты не трогай. Это моя рыба. Кто моя. Быстрее наберет? Давай. Я сделаю быстро. Мое задание. Четкое задание. Я ей помогу. Я всегда помогаю. А ты давай это работай, мне скинешь. Поняла? Одна рыбешка есть. Давай мне скидывай, что ты там поймала. Там лови, поймай ее. Давай мне скидывай. Что, нет. Так, я не понял, кто за старший? Нам нужно, понимаешь, нам нужно уничтожить этого робота изнутри. Если мы его четко уничтожим изнутри, наш поселок будет спасен. Да мы что должны... ты рыб дубасишь? У меня есть 2 карата. Да ты это я самостоятельный, уверенный в себе мужик. Уверенный должен... себе мужик. Я должен четко отработать сам. Это ты расскажешь про свою прошлую жизнь, да? Да, я должен четко сейчас отработать. Что ты хотела, на? О, она мне что-то говорит, типа так, давай мне скрафть, что-то там сделай, перчатку с этого теперь, да? Если не справишься, говори мне, я все смогу. Сестра, ты думаешь, я не справлюсь? На наш город напал огромный, ты сейчас вот это, пожалуйста, вдумайся в слова. Огромный терминатор, трансформер, BMW, MG, MS, RS, терминатор, робот, инопланетный из инопланетной планеты. Пришел человек, ты видишь, какой набор вообще слов? Да, РРРС, да. Так, подожди, как там вообще было? Короче, 3 в центре, 2 со стороны. Давай, брат. 3 в центре, 2 со стороны. Получил. Есть. Так подожди, так может она уже открыла, а мы не видели, что она открыла? Нет, открыла. Нет. Сэнк, не, она все... Вот теперь она открыла. Она открыла нам 2... Ты что там делаешь без меня уже? Плыть, быстро. Чего ты не ждешь своего брата, если я сейчас иду? И не буду. Все. Иду! Да. Поднимаюсь! Ах ты ж... Чисто залетела сюда. Итак, что же у нас здесь? Новый уровень этого трансформера-робота. Спанч Боба, который пришел в наш город, чтобы уничтожить всех.
Патрик, привет! Патрик. А у тебя, как обычно, один зуб так и остался, ничего не изменилось. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Ты хочешь, чтобы я тебе поймал jellyfish? 5 штучек. Ау. 5 штук. Летающих. Ну ладно. Братец. Да. Братец. Вот ты! Я тебя поймал! Они летают, они плавают. Они рыбья, как... ты башка. Ну да, но они как летают. Потому что здесь как будто нету водички, но она есть. Я понимаю, что это все вода, я понимаю. Я все прекрасно понимаю. Сейчас я поймаю. Я поймал тебя, зверюга! Челлендж, кто поймает быстрее 5 рыбешек? Тот лучший просто. Лучший! На ютубе, Майнкрафте. Уу, ничего себе! Так, и сейчас у нас будет челлендж, сестра или брат. Друзья, как вы думаете, сестра или брат? Сейчас посмотрим, или сеструха будет рулить, или братец будет рулить. Сколько нужно поймать? Я забрал. 5. Я все. Как? О, пора бежать. Как ты это сделала так быстро? Как у тебя рыбка ловит? Хорошо, прекрасно, смотри. Есть! Поняла? Наконец-то, 3 года ждала. Ты что, бьешься? Нет, не бьюсь. Нагревший. Патрик, добрый вечер, здравствуйте, зубы, я хотел сказать одноглазый, но, увы, у него как бы 2 глаза. Что он говорит нам? Он говорит нам, climb up, nice job, вау. И что? Ты мне пока штанный проход. Ах ты ж хитрюга ты. Ах ты ж хитрюга ты, так, что прикалываешься, ну вообще, ну для чего ты такое делаешь? Давай. Для чего ты такой? Ну ты, я тебя ненавижу вообще, сестра! Отойди! Ты чего умеешь? Нам нужно мир спасти! Понимаешь, мир спасти надо, ты же. Я тебя ненавижу. Ну я тебя ненавижу! Брат. Надо мир спасать, а ты сейчас вот это устраиваешь. Это неправильно, танцу сестра. Так, братец и сестра, так не поступают. Ты посмотри, что здесь творится сейчас. Сквидвард. Итак, дом Сквидвард. Что он здесь делает? Ты меня пойми. Не приват, но как его бы что-то творит. Большой робот. Его схавал большой робот. Сквидвард, братуха, что расскажешь? Сквидвард, привет, что ты хочешь? Он говорит, типа, сделай мне танец, иначе тебе опа. Иначе тебе опа? Ну что мне, я буду смотреть. Юху, сестра, давай вперед, я верю в тебя. Я без тебя танцевать не буду, иди как мне. А ну давай быстренько на танцпол пошли. Нет, чтобы братец, меня... Я не пойду. Всех порвешь, давай, братец, ты всех порвешь. Ну я не пойду. Ай, ну ладно, я хорошо. Я верю в тебя, ты порвешь. Давай, ты веришь в меня, ну конечно, хорошо. Так, танцуем. Get ready, dance, music, stop. И, так. О, пол это лава. Прекрасно, спасибо. Нас заставляют танцевать, ты понимаешь, сестра? Если ты сейчас остановишься, ты сгоришь. Сестра. Не знаю, придется танцевать. Сестра, очень быстро все происходит, сестра. Сестра! Сестра, быстрее! Братец, не трогай! Нет! Нет! О, он нет! Я чуть-чуть горю, но я живой! О, вижу, ты тоже! Так! Ха, мы с тобой вдвоем горим! Ну, мы с тобой команда, конечно, сестра! Ну, конечно, братец, братец! Так, я держусь! Я тоже! Держусь! Брат держался до последнего! Чисто брат держался до последнего, так? Воу. Ну и кто последний, а? А? Ну кто там? Ну вот кто последний? Кто последний? Так. Нет! Стоп! Тебя нет! Вот и все. Нет! Вот и все. Пол сердечка, но я выбрался! Глянь, какой везунчик. Пол сердечка, и я выбрался. Ну, братец, ты вообще шлючий. Так. 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 Е-е-е, давай. Нет. Раз уж гореть, так с тобой. Да ну. Мы будем как Ромео и Джульетта. Ну, вообще-то, сеструха... Как бы я победитель. Увы, извини, ничего личного. Ты, ты же нечисть, ты такая. Как это нечисть? А ну падай. То, что ты мне будешь говорить падать, ничего не изменится. А вот сейчас я точно упаду, потому что уже у меня красненькое. Ты подлитос. У тебя второе имя подлость. Подлитос? О! И? Да, но что? Я сгорел. Я сгорел, но и...
Grid Dancing, йоу! Вообще-то мы сделали это. Спасибо тебе, друг мой, ты глазастый, красноглазый. Спасибо тебе, ты очень добрый человек. Ты думала, что? Я не увидел тебя. Сестра, давай поднимайся, пока я тебе разрешаю. Че ты мне тарарака ешь вообще? Мы спасаем мир! Ладно, не мир, поселок всего лишь, который поселок как бы... от ты чё меня сталкиваешь? Иди жми на кнопочку, прошу. Всё? Да. Так, это мы где? Горит пламя. Красти краб! Ура, Красти краб! И ты будешь готовить мне бургер! Наконец-то, всегда мечтал, чтобы мне сестра готовила. Сестра, давай. Жена тебе готовить будет. Жена? Мне нету жены, это раз. Во-вторых, для чего сестра? Сестра должна готовить. Сестра, принеси мне 2 бургера, бегом. Красти бургера вот эти, или как это называется? Быстро. Я тебе сейчас леща по харе выпишу. Как ты разговариваешь с братом? Как с братом? Как ты с братом разговариваешь? С братом как разговариваешь? Это что ты у тебя там при... Да ты с лопатой ходишь. Так, чё ты хочешь? Чё он кричит на меня? Мистер Крабс, чё ты кричишь на меня? Что ты хочешь от меня, я не понял. Я с сестрой разговариваю, она нас перебивает вообще. Сестра, иди готов, пока я говорю с владельцем кафешки этой. Что такое? Я ни на что не намекаю, но нам... Я понимаю, сестра, но я говорю, не мешай. Так, ты мне вот скажи, почему я должен... Иди к нам, маме все расскажу. Ладно, иду. Извините, но нам это надо идти, потому что она маме расскажет, и мне тогда будет реально опа. Видишь, кстати, этот крафт? Видишь этот крафт? Я кушать хочу. Делай. Сестра, нет. Я тебе даже нет, открою. Нет, братец должен готовить своей любимой сестре. Братец. Ну что ты хочешь? Ну давай. Нам нужно работать. Давай, бери сыр. Давай, вот это мясо. Давай, там быстро. Там все бери. Я пока постою. Давай, ладно. Я вот соду возьму. Ладно, хорошо, я беру, припустим, что надо? Отойди, не мешай мне. Так, вот это берем, сыр мы положим сверху, булочку в центре, мяско справа, снизу салатик. И мы не получили это. А, потому что томатики еще вот это. Есть, отлично. Томатик. Бургер! Отлично. Дай. Бургер не тебе, нам оказывается нужно работать. Он нам приказал работать. Братец, ты куда? Там еще это хотели, это... Так, он говорит, что он хочет фри, и он и хочет соду. Что ты, что бы ты без меня делал? Ну вообще просто, ну. Как ты так быстро это все приготовила? Он говорит спасибо! Ну ладно, сестра, да, мы с тобой прям команда. Конечно, я в шоке. Конечно. Ладно, хорошо, припустим, хорошо. Так, что ты хочешь? Что ты теперь хочешь? Окей, Гритворк, Спанч Боб маленький, неповторимый, не робот, говорит, что мы молодцы, но нам теперь нужно работать дальше, да? Он говорит, что нам нужно нам работать нужно дальше. Нам нужно к Акуле, то есть к твоей жене. Ты что, при... Ты обозвала мою жену Акулой? Да. Для начала, у меня нету жены. И чего это... Ну, я тебе позволю, братец. И чего это она стала Акулой, ты мне, пожалуйста, скажи. Ладно, хорошо, твоя будущая жена будет Акулой, потому что найду и тебе ее я. Что ты... Твоя самая любимая, самая лучшая, самая-самая-самая. Вот. Ты хочешь сказать, что она похожа на мою жену? Она не похожа на мою жену. Она говорит, что она хочет бургер. Точь в точь твоя будущая жена. Я тебя ненавижу! А ну быстро готовить давай. У меня вот лично 3 высших образования, из которых 3 это высшие. И что? А у меня 10. Ну ладно, не 10. Ну неважно. 7. А еще у меня 5 средних образований, из которых 5 средних. Как так что я все могу. Как такое может быть? Физически это не может быть такое. Ты не могла столько раз проучиться в школе. Это нереально. А кто сказал, что я училась? Ты что, купила диплом? Конечно. Ты купила столько дипломов? Я расскажу маме. И маме расскажу, что ты не училась. Так что давай быстро готовь, я тоже сейчас расскажу. А я маме расскажу, что ты меня обижаешь. Я тебя не могу обижать, потому что мы с тобой работаем и спасаем мир. Да сколько давай, уже можно? Крафти. Да я же делаю, блин. Крафти. Огурец сюда. Сыр сверху. Я пока центре. Соду пахну. Сюда. Сюда. Вкусно. Не так. А мясо еще. Мясо сюда. Есть еще один бургер. Я приготовил бургер. Блин, идем. Нам нужно отработать уже, давай. Жене твоей? На, бросай, иди сама, иди неси этой жене. Нет. Чего? Это моя жена.
Ну, смотри, вот спорим сейчас, если я покормлю ее, то она станет твоей женой. Спорим. На что? Спорим? На что спорим? Ну, спорим на что, что мы спорим? Она будет красивой. Она будет очень красивой. И вот роз, знаешь, вот маленькие девочки. Она будет темноволосой. Вот... Ну, что я темноволосой? Конечно, будет темноволосой. Она будет небольшого роста прям для тебя. А что небольшого? Я хочу высокую. Ты высокую хочешь? Я хочу высокую. Значит, будет самая высокая, которую ты захочешь. Хорошо, давай. Высокая, вот, самую, а сколько самую лет, высокую сколько жену. Сколько лет ты хочешь? Я хочу, чтобы ей было 18. 18? Да. Ничего себе, на молоденьких-то потянуло, ну. Ну, 18 можно. 18 можно, 18 да? можно. 18 можно, да, все можно. Можно, давай, иди. Все, кормлю, да. Давай, забирай. Кушай. Забирай. Видишь, твоя жена. А, чтоб тебя, ты что наделала? Ну, что говорю, я же говорю, твоя жена будет. Видишь, высокая. Ты не моя жена, она ты будешь только маленькая, моя жена высокая. Не, смотри, какая, видишь? Моя жена высокая. Так, не, вали. Видишь, какая высокая, прям самая большая. Ну, то есть там лучшая, правда, какая, вот прям вот четкая. Ну, она тебе мстит, она все правильно делает. Я постою, посмотрю. Да, давай. Да, да, да. Жена, иди работай, иди ее уничтожь. За эти слова. Ну вот сам это, подтверждаю, что жена. Это прекрасный вид сейчас происходит. Жена. Моя сестра валится с моей женой. И почему у меня жена планктон для начала? О, так моя жена завалила мою сестру. Я не знаю, мне радоваться. Жена сильная, а ты-то жаловалась. Жена, смотри, жена до сих пор валит тебя. Ладно, я помогу тебе остановить жену. Жена, успокойся, ты моя сестра. Жена, ты мне никто, запомни, жена, ты мне никто. А моя сестра, моя родная, ты меня убиваешь. Ты меня любишь. Ты своей любовью убиваешь. Ого. Прошла любовь, завяли помидоры. Завяли помидоры. Ничего себе, ты что, потеряла страх? Ты что, убила мою жену? Нет. Нет, я. Ты сам ее убил, это ты убил. Потому что я получил кнопку, которая откроет двери. Это ее мозги, скорее всего. Кнопочные. Так, давай быстро, нам нужно спасать мир. Быстро, быстро, быстро. Давай, 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 давай. Так. Давай, проходи, пока разрешаю. Спасибо. Да спасибо, что пропустил. Братец, ты лучше просто давай, женщину. Давай, девушку. Давай. Тебе нужно проходить. Ай, ты что тут дерешься-то, как да. Я не знаю. Братец, ты не можешь пройти, я тебе говорю. Ну пройди. Ну пройди. Так, короче, ладно, все, я иду. Ну что, Красти Краб, удачи вам, счастечка и здоровечка, что у вас там все было хорошо, что у вас бургеры продавались на раз-два. Так, давай без этих... Я нормально. Привет. Да что с тобой, ну блин, ну... Так, если ты меня еще раз столкнешь, я тебя... Я скажу, что ты не моя сестра. Я скажу, что ты самая вредная девушка на земле, и ты не моя сестра. А я маме пожалуюсь. Иди на... Братец, думал, что... я маме все расскажу. Ну и рассказывай мне все равно. Давай, быстро, надо подниматься. Потому что... у тебя компьютер что... заберет. Ты зло. Никто не заберет у меня компьютер. Я само зло. Что там творишь, а? Ты мозг! Я увидел мозг! Самый большой мозг на планете! Если мы сейчас остановим этот мозг... Он 20 раз больше, чем у твоей. Да хватит! Хватит эти подколочки с женой! У меня нету жены, и у меня жена не планктон. Не планктон. А давай, кляцай на кнопочки. Что происходит? Не дал сказать. Вот уже. Что он делает? Я не понял. Он готовит твою жену на ужин. Это не мой... Моя жена не слизень! Хватит! Сколько уже можно? Давай, быстро, жми! О, вот это вот называется второй этап. Чё? Чё происходит? Сестра, что происходит? Видишь, как выпуливает? Он, получается, клонимый. Нападает на наш город. Угу, сейчас мы его уничтожим. Ну а чтоб тебя! Да ты что? Это наши бургеры! А я так старался готовить, их просто выбрасывать. Ну рот закрой, бегом. Не понял, что происходит? Ну ты глянь какой, а? Капец, я тебя ненавижу. Короче, ну, все, остановись! Робот-терминатор, остановись, не уничтожай! Пора его уничтожить, братец. Мой. И вместе с этим тебя, братец. Ты что, нажал? И так на эти годы достал просто... Дестрок, ты уничтожаешь? Да. Пока, братец. Какое я пока? Алло, нет! Нет, подожди. Так, нет, все нормально, я улетел. Походу, все нормально. О, пропадают, мозги пропали. Уровни пропадают, нормально, он про... О, все отлично, сестра, так ты молодец, слушай. А ты уже со мной прощалась. Ну, короче, робот был, робота не стало.
мир спасен, все живы и здоровы, наверное. Да? А ну, что-то осталось. Нос его остался. Ты видел, реально нос его остался. Ну. Я не понял, почему нос остался, руки и ноги. Именно нос. Ладно, руки, ноги, но почему нос остался, сестра? Что-то здесь неладное. Но в любом случае, наш прекрасный маленький подводный городочек спасен. И это самое-самое главное на данный момент. Робот-терминатор Спанч Боб остановлен. Раз и навсегда. Ну что ж, дорогие друзья, огромное вам спасибо, что вы посмотрели. Мы очень надеемся, что вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Лайкусики, не забывайте ставить лайкусики, дорогие друзья. И подписывайтесь, без этого вообще никак. Ну как, без этого никак.